Letter L. Sound V. Sound Е. Ие. Ие. Как ухо. Вот ухо также звучит Ие. Ие. Да. Ты помнишь подсказку для слова ухо? Нет. Нет? А само слово ухо по-английски ие ты хорошо помнишь или подсказка бы не помешала? Окей. Хорошо помню. Хорошо помнишь. Ну ладно, все равно я напомню тебе подсказку. Чтобы запомнить слово ие, ухо, у нас была подсказка ослик ия. Ну, из-за Винни-Пуха. Угу. А при чем тут ослик и ухо? При том, что у осла длинные уши. Поэтому это весьма убедительная подсказка. Да? Да. Ослик ие, ухо ие. А это у нас звук ие. Представь, что это ослик. Угу. Представила? Да. Sound Ш. 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 Да, здесь мы можем представить, такая змея выползла. Ш. А, и похоже. Да? И похоже. Шипит. Да? Ш. Да. Ага. Даже эта закадычка похожа. Угу. Ш. Sound Л. Sound К. Letter M. Sound G. 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 Mm-hmm. Sound B. Sound Ж. Sound L. Ау. Ау. Угу. Еще раз повтори-ка. Sound ау. Letter A. Sound о. Угу. Саша, закрой, пожалуйста, дверь вот мою, хорошо? Sound O. Sound F. Letter F. Letter I. Sound X. Sound E. Letter C. Опять второй раз говоришь C. А, C. Тебя муха ЦЦ укусила. Угу. Да? Да. Угу. C. C. Sound R. Так, мы с тобой отрабатывали этот звук, нет? Нет. Ну, у тебя он у нас появился. Очень долгий какой-то рычание. Р. Должен быть Р. 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 Вот, вот так. Letter Q. 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 А ты говоришь, мы крышу тогда не сделали. Имеется в виду, у этого домика не сделали? Или который у был... этого. А? У этого. Так, теперь ты хочешь сказать, мы дальше продвинулись? Может быть. Угу. Ну, вот крыша есть. Sound E. Sound
Санд П. Санд Э. Вот у тебя с этими дифтонгами проблема. Ага. Э. Э. Угу. Э. Э. Я вспомнил, я ж трифтонги-то не добавил. Трифтонги я не добавил. Ладно, потом как-нибудь. А что, ничего не произошло? Sound E. Угу. Letter G. G. Вот. Мы с него этот тест начали, и ты тогда говорила G. Sound C. Ой, letter C. Sound M. Letter U. Sound O. Ау. Ау. Да, запоминай, что вот это вот первый звук, это А. Ау. Ау. Угу. Letter B. Letter Q. Sound A. Sound S. Sound O. Sound E. Только ты чуть-чуть его тянешь. Угу. Э. Э. Letter T. Letter P. Letter, ой, sound the. Sound O. Ау. Ау. Да. Ау. Ау. Letter Z. Z. Это Z. В американском алфавите это Z, а в британском это Z. Sound U. Sound ау. Угу. А он уже четвертый раз нам попадается. Угу. Sound U. Sound W. 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 Letter Z. Sound I. Sound E. Sound U. O. 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 Sound E. 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 Ну так. Так, не знаю, не очень похоже. В начале было, в конце ты так подтянула. Letter V. V. Нет, тоже неправильно. Это же W. W? Да. Ну, букву W. Letter W. Так? Sound, sound, Mm-hmm.
Letter W. Да, недавно была, вот опять попалась. Хитрая буква какая. Sound K. Letter N. Нет, неправильно. Это N. N? Угу. Хорошо. N, как имя N, Аня. N. Sound N. А вот это как раз таки N. Как звук. Sound E. 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 Даже не знаю, засчитывать нет. Ладно, давай засчитаем сейчас. Letter R. А. А. Угу. А. А. Хорошо. Такс, 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 такс. Так, а что, я не... Нет, пока не буду засчитывать. Sound ч. Letter А. Sound I. Letter Нет, с Y проблема. Да, у многих это проблема. Я всем говорю, вот это самая сложная буква. Я даже кому-то сделал такую подсказку. Хочешь, я тебе ее дам? Ага. Значит, подсказка. Это буква Y. Y. Да. А Y это еще вопрос. Зачем? Почему? Теперь представь, что кто-то, какой-то нехороший мальчик, достал рогатку. И ему говорят, why? Зачем? Хорошая ситуация? Letter why. Ты понимаешь, зачем надо у мальчика спрашивать, который достает рогатку, зачем ему надо задавать вопрос why? К чему? Да. К чему? К тому, что если он... Кого-нибудь ударит. Зачем он это делает? Поэтому для тебя нормально этот вопрос. Why? Mm-hmm. Ну, тогда ты сможешь запомнить. Why? Sound O. 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 Listen O. Это letter O. То сейчас у нас было sound O, а это letter O. Letter O. Sound O. Letter N. Letter O. И кто у нас последним, интересно, остался? Сейчас мы это узнаем. И причем он ведь давно не вылазил-то. Спрятался. А, вот. Letter Y. Так. Давай еще раз прогоним, да? Чисто из интереса. Вы представляете, сейчас, сейчас уже, ну, не два окошечка, а, например, там будет 3-4 окошка. Может быть 5. Такое. Да, может быть. Потому что у нас не было уже еще второго... Второй колонки. Угу. Второй комнаты ты имеешь в виду? Да, в комнату. Да, комнату. Да, все верно. Давай посмотрим. Sound U. Ты помнишь, что это символ такой? И. Он нам попадется скоро. И. У. Да? У. Угу. Sound P. Sound E.
Вот с этим звуком у тебя проблемы. Как слово пен, ручка. Нет, пен это сковородка. А нам нужно пен, Так же, как ручка. и бед, Да, это кровать, а да. бед это уже плохой. Все верно. Так же, как тен это 10, а тен загар у нас был же А, да, был. рассказ сантен, да? Солнечный загар. Санд ч. А, нет, Почему? санд х. 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 Санд о. Уэ. Уэ. Letter V. И вот с этим, с этой буквы почему-то проблема. Это W. Я забыл. Я всегда забываю. Причем очень легко запоминается, потому что странно, почему W, когда она больше на W похожа. Ну, W двойной. Да? W значит двойная U. А здесь у нас больше как бы двойная V, наверное, или как ты думаешь? W. Да. Так на что здесь больше похоже? На двойную U или на двойную V? На двойную W. Да. Видишь, а называется W. Вот так. А это перевернутая W. Letter M. Letter F. Sound S. Sound A. Вот с этим тоже. С этим. I, O. Да. Ай. I. Ай. Вон у тебя третье окно появилось. Sound A. Letter Z. Вот эти дома, кстати, на заднем фоне. Что? Ну, ты видишь дома вот другие. Да. Я их делал очень быстро, торопился. Каждый дом, ну, наверное, минут по 5, наверное. Ушло у меня. Поэтому они такие не очень красивые получились. Но, в принципе, видишь, раз ты ни этого не видишь, наверное, значит это и другие не видят. Я Да? это вижу. Что ты видишь? Дома, 4 домика красивые. Так они тебе нравятся? Я говорю, что я их на скорую руку сделал, поэтому они такие, говорю, некрасивые. Там качельки есть, даже машины, даже озерца, даже Да. Но прикольные. можно увидеть, что я торопился. Посмотри, везде трава, нет дорожек каменных. Нет, есть. Ну, Дом у заднего домика. Совсем-совсем вон заднего. того. Да? Так это площадка какая-то, теннисный корт, что ли. А. А это, смотри, бассейн посреди лужайки. Да. И машина по траве, видишь? И вон машина по траве. А знаешь, какую местность я себе представлял, когда я это делал? Какое? Альпы. Мне казалось, что это где-то в Австрии, наверное, или в Швейцарии. Ну, в Швейцарии я не был, а вот в Австрии доводилось бывать, и вот там есть такие виды красивые. И дома я крыши старался сделать такие, знаешь, под швейцарское шале. Шале это такие дома в Швейцарии, альпийские дома с такими высокими крышами, вот такими вот примерно. Вот.
Тебе бы хотелось бы там жить? Ну да. Мне бы тоже хотелось. Знаешь, ты могла видеть, где это место. Я помню, что ты пела песенку, тебе нравилась песня из фильма «Звуки музыки». То есть До какую? ре ми. А, да. Помнишь, да? Да. И в этом фильме там были швейцарские Альпы. Ну, может, австрийские. Не помню. По-моему, швейцарские все-таки. Ну, там немцы же захватили все. Да, ну Швейцария и Австрия это бывшие немецкие земли. И там такие были красивые альпийские луга. Да? Так что вот, вы строите себе домик где-то в Альпах. Идем дальше. Sound. Так, есть такое. Lesson. О. Почему lesson? Ты второй раз Ой. на вот букву О говоришь lesson. Ты видишь букву О, и у тебя сразу в голове урок. Да. Lesson. Почему? Что это за урок Не такой? знаю. Главное О. Вот никакая не другая буква, именно О. Это lesson. Может быть, потому что в слове lesson есть буква О. Ну, там есть и буква L, и буква I, и N, и S. Не Непонятно. знаю, я почему здесь всегда вспоминаю урок. Да, урок. Кстати, вот у тебя получился полностью домик. А, в этом домике есть одна комната, кухня и ванная. То есть вот здесь прихожая и кухня, она же, понимаешь? Вот тут ванна, вот этот кусочек. А вот здесь вот так вот половина от этого строения, это будет такая комната. Я тебе показывал, как они внутри выглядят? Нет. Не показывал? Нет. Угу. Ну, сейчас покажу. Так, где это? Здесь, что ли? А вот этот дом, который он может стать со временем, тоже не показывал? Нет. Нет? Вот таким может дом со временем стать. Видишь, да? Видите, у вас гаражик есть даже для машины. Да. Вот это все, это кнопки. Видишь, они вот так вот подсвечиваются, да? То есть, нажимая на них, но здесь сейчас пока ничего не будет происходить, это будут различные упражнения, тесты и задания. Вот это для самых маленьких, как ты понимаешь. Эти горочки, качельки точнее. Вот. Но это уже такие серьезные упражнения, вот, спортивные, да? Вот. А калитка? Калитка? Где калитка здесь? Я не Ну вижу. вот это с серебряной крышей. Серебряный. Домик, Это это беседка, что ли? да, беседка. А, это для общения в интернете я делал. Ну, в общем, здесь будет форум, наверное, общение. Не знаю еще пока, не придумал. А вот здесь почта, типа, пришла, не пришла, там, сообщения какие-нибудь. Понятно. А домик? Это то, что мы сейчас делаем? Домик? Какой? Да. Ну вот этот домик большой. Сейчас, подожди. Ты имеешь в виду вот этот? Да. Но если ты будешь домик делать не по фонетике, а по грамматике, со временем он может вырасти вот в такой дом, понимаешь? Ты видишь, вот они, вот эти дома, вот. И теперь их не видно, да?
Практически. Потому что их закрывает вот этот большой дом. И ты уже на них не обращаешь внимания. Так? Так вот, когда у тебя будет вот такой вот дом в 4 раза меньше, чем вот этот, я имею в виду именно грамматический дом, у тебя там будет всего одна комната. Вот такая. Видишь, да? Причем эта комната, она у тебя будет пустая сначала. Вот так. Понимаешь? Тебе нужно будет заработать всякие предметы, чтобы ими пользоваться. Это делать различные упражнения. В холодильнике, например, можно будет складывать новые слова, вкусные слова. На плите ты их будешь готовить. А вот здесь будет происходить работа над ошибками. А стол это тесты. Ну, приготовили слова и тесты. А диван это отдых. Это отдых, да, все верно. Это какие-нибудь слайд-шоу можно включить так, и просто слова проносятся сами по себе, понимаешь, да? Вот. В этой маленькой комнатке можно будет жить. Потом, если ты добавишь еще одну комнату, у тебя кухня перенесется, у тебя будет отдельно. Вот она, кухня, видишь? Вот. А О, это... даже бургеры есть. Да, есть даже бургер. Вот. А это будет отдельная комната. То есть, ну, вот такая она станет. Кухня, когда переедет отсюда. Потом ты добавишь большую комнату, вот эта часть станет ванной. Понимаешь, да? Вот, будет такая ванна. А комната, в которой ты будешь жить, она вот будет вот такая. Побольше уже, видишь, здесь побольше пространства стало. Потом ты захочешь, чтобы здесь как бы просто отдыхать, а спальня должна быть отдельно. Вот. Ой, ну тут у меня одна тут ошибочка есть, ну ничего страшного. Так, комнатка для гостей. Вот, видишь? Сюда можно будет приглашать. Потом со временем тебе захочется большую кухню заиметь. Такую кухня-столовая, да? Там большую комнату вот такую. И ты захочешь, чтобы был второй этаж, например. Что? Круто как. Вот. Но ты понимаешь, что это все невозможно будет покупать за деньги, только за ценой собственных знаний. Поняла? Да. Вот, что еще там может быть, например? Сейчас тебе покажу. Так. Сейчас. Такая штучка. Значит, это типа городок, в котором твой домик находится, да? Иногда тебе нужно будет куда-нибудь там ездить. Магазин, химчистку, на работу и так далее. Видно, да? Да. А где мой-то дом? А он где-то сзади остался. А что? А, ничего. Тут так много домиков. Много? Да. Ну, городок не маленький. Запомнила, да? То есть, видишь, на самом деле это такая, получается, глобальная игра. Поняла, да? Ну, не знаю, все делается для того, чтобы было бы вам интересно. Не знаю, насколько тебе это интересно. Очень интересно. Очень. Ты бы хотела английский язык учить вот именно вот так. Жить в каком-то городке, ездить куда-то, строить дом себе. Да. Ну вот, мы этим и будем заниматься. Так, ладно. У тебя есть небольшое представление, идем дальше. Это ты сказала. Letter H. Letter X.
Sound O. Нет, это короткий звук. О. Повтори. О. Ну? Вот. У тебя, наверное, опять наушник отошел. Или микрофон, подожди. Нет, ты меня слышишь? Да, тебя я услышала. Ага, все. О! Да, вот так. Sound the. Ну, почти, почти. Я тебе засчитаю. The, да, вот такой. The, the. 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 Letter C. Sound Носовой, да, такой. Sound A. Sound R. Все равно ты тянешь вибрацию Р. Я не тяну R. Все. Ну, и сейчас перетянула. А должен Р? R. Р? Ре. Вот так, что ли? Угу. Аре? Ре? Ре. Sound A. Ия. Ие. Это у нас же мы решили, что у нас есть ослик. Нет? Решили. Но у тебя как-то ослик не закрепился за этими двумя символами. Правильно? Да. И. Я, честно говоря, вижу тут смешную мордочку ослика. Вот это его грустный глаз. А вот это вот у него типа ухо. Но понимаешь, это мое больное воображение это видит. А ты, наверное, здесь не увидишь ослика. Нет, тут видно, что там голова из и голова. Точечка, это самый длинный, это самый большой кончик уха. И там дальше продолжение, это его нога. Ну, дальше ног нет. И грустное выражение глазика, Хорошо, которое ладно. смотрит куда-то в сторону. Да, все верно. А повеселее. Sound A. Эй, да? A. Да. Sound Oi. Letter P. P. Letter N. Sound O. Sound Е. Е. Нет, э. Э. Санд Ш. Санд Уэ. Летер J. Sound Z. Sound Th. Letter U. Letter K. Letter T. Sound M. Sound Y. Letter L. У тебя мягкий получается Л. L. Ага. L. Sound T. Дальше. Letter B. Би. B. Так, алло? Алло.
Так, ладно, мы как-нибудь потом, ну не в следующий раз, еще пройдет время, нужно будет повторить буквы, звуки, мы сделаем, хорошо? Угу. А этот дом не сохранится? Я тебе потом расскажу, как его будет, нужно будет по грамматике делать. Мало того, что он в грамматике не совсем будет, ну как тебе сказать, он будет сохраняться, да? Да. Но тебе его каждый раз заново придется строить какое-то время. Понимаешь? Да. Но чтобы закреплять некоторые вещи. И вот если ты продвинешься еще дальше, то он у тебя сохранится в большем размере. Ясно, да? И так до определенного этапа. Как ты только дойдешь до определенного этапа, то ты будешь уже строить дом заново не с фундамента, а с определенного этапа. Понимаешь? Угу. Вот. Тебе жалко его? Да. Да? Да. И чего страшного? Нам еще таких домов. Мы еще подумаем, как это все лучше сделать.